Ребята, желаю хорошего дня. В общем, отчет в чем заключается? В том, что я употребил великий эликсир, великолепный кофе. Сейчас уже его допиваю. Значит, передо мной великолепная Москва. Сейчас мы с вами пройдемся по великим улицам. И да, наша цель – великие мысли, великие идеи и никак иначе. Даже если эти мысли и идеи не великие, важно, что... Важен пафос, черт подери, понимаешь? Важно то, чтобы это было не просто так. Чтобы за этим стояла какая-то крутость, какая-то свобода. И... Ну, какая крутость, слушай. Такая своеобразная, знаешь ли. Своеобразная крутость. Крутость, заключающаяся в, ну, в каком-то самодовольном, изолированном существовании, скажем так, наверное. Ладно, короче, время уже 20 минут пятого, как минимум до 8 вечера, а я думаю, что и позже. Мы в распоряжении друг друга. Так что самочувствие нормальное, тоски, безнадёги сейчас никакой нет. Ну, тут я, как говорится, в этом смысле ни на что не надеюсь, потому что это все снова возникнет, потому что, ребят, все абсолютно безнадежно. Все абсолютно безнадежно. И я считаю, что выход в том, чтобы что это признать, чтобы не закрывать на это глаза и не выдавать себя за то, чем ты не являешься.